Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Вопрос четвертый. Спрашивает меня Вячеслав. Как планировать свой рацион питания при подготовке к соревнованиям? Что можно есть, что стоит убрать? Или ограничите своего рациона? Вопрос очень важный. Однозначно ответить на него нельзя. Ну, к примеру, у меня есть спортсменки и спортсмены, являющиеся вегетарианцами. У них свой рацион. Есть спортсмены, которые не принимают куриное мясо. У них свой рацион. Поэтому тут вопрос настолько важный, что нужно знать лично, опять же, каждого человека в отдельности. И в тренировочном процессе я заставляю ребят питаться перед тренировкой разными продуктами, и мы уже смотрим, какой эффект они имеют. Тогда мы выводим формулу питания для каждого спортсмена в отдельности. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.